Югорчане отправили в зону СВО целую колонну автомобилей. 14 машин повышенной проходимости сегодня выйдут из Югры во вновь присоединенной территории. В лучших традициях сибиряков автомобили отправляют доверху заполненными гуманитарной помощью для бойцов. Это медикаменты, нательное белье, продукты и средства личной гигиены. Комплектуют гумпомощь сами отправители. Нередко они напрямую взаимодействуют с военнослужащими и в курсе их потребностей. Отмечу, что с начала года в зону СВО югорчане отправили 68 машин и 2 квадроцикла. Средства на их приобретение собираются практически всем регионам, национально-культурными организациями, предпринимателями, трудовыми коллективами. Техника очень нужна, потому что выход из строя идет, то есть боевые действия, где-то поломки, где-то повреждения в результате боевых действий. Поэтому в результате этого у них там повышается и мобильность, доставка боекомплекта, личного состава. Поэтому это самый такой как бы нужный момент, который ребятам очень нужен. То есть техника, электроника, вот постоянно как бы это. Сейчас с друзьями объединились, вот как бы вот сейчас именно сегодня 3 автомобиля. Вот на прошлом заезде отправили вот такой же УАЗик, благодаря Александру. Тоже вот он приобрел их. Естественно, подремонтировали, также забили вот грузом гуманитарным, отправили. И вот эта 6-я машина, правда, она с багажником. Ребята, когда увидели, были очень довольны, что есть багажник. Вот. Потому что во время дислокации им как бы трудно без багажников. И они мало что могут взять с собой.